Всем привет! Хочу записать обзор на кроссовки Liquid Cell Tension, полностью в черном цвете. Модель 2020 года. Сделаны они во Вьетнаме. Все элементы выполнены в черном, кроме самой технологии Liquid Cell, а также подметки с внешней стороны. Все элементы этой модели выполнены с какой-то технологичной последовательностью и потребностью, так как ТПУ вставка на пятке выполняет роль поддержки, уплотненные сетчатые вставки, как будто припаяны слоями для лучшей вентиляции, будь то прорезиненные вставки в районе шнурков, чтобы не зажимать ткань и лучше фиксировались, петельки для обувания и прочее. Внутренняя часть выполнена из синтетической гипераллергенной подкладки, как и в многих моделях Puma, средней наполненности, мягкие края, а также пяточная зона, стелька гелевая, тоже стандартная, но она довольно плотная и мягкая, сверху проклеен текстиль, очень эластичная, держит форму, упругая. Я думаю, основной эффект мягкости также нужно присвоить и ей. Внутри есть плотный текстиль, который мне напоминает неопрен по бокам. Кстати, по основной стельке вшитой, даже без вкладной, если продавливать, чувствуется мягкость благодаря этой технологии. Так вот, насчет текстиля, он мягкий и плотный. Формстрайп для боковой поддержки вшит. Liquid Cell, как своеобразная желейка по ощущениям, когда прожимаешь, очень мягкие. Liquid Cell, эта технология заключается в том, что внутри наполненные шестигранные соты только уменьшенного размера по сравнению с обычной технологией Cell. Благодаря этому достигается эффект мягкости и возврата энергии. Подметка очень цепкая, рельефная, из нескольких частей. На ногах ощущается довольно круто и фиксируется хорошо. Но есть нюанс по размеру. Вот у меня 42, я мерил, они на меня великоваты. На видео представлен размер именно 43, но они подходят не на 44, то есть модель очень полномерная такая, на размер больше брать не нужно. Модель мягкая, действительно в районе пятки, в носочной части чувствуется как обычные кроссовки. Также, что хотелось бы отметить, благодаря подошве на изгиб она не сильно охотно идет, то есть чувствуется такая как бы небольшая тяжесть. В целом обхватывают ногу хорошо, то есть для тренировок самое то. То есть могу рекомендовать не более сейчас по хорошим сейлам. Спасибо за просмотр, пока!